Меня зовут Евгения Викторовна Игнатович, я являюсь тренером по настольному теннису СОК «Арктика». Сейчас я вам покажу пару упражнений, которые можно выполнять дома для начинающих спортсменов. Первое задание – это мы кладем мячик, ракетку и ходим по квартире. То есть мы проносим шарик. Это самое первое задание, которое будет необходимо при поступлении в спорткомплекс. Второе задание. Также берем мячик, ракетку и делаем набивание с вами. Стараемся как можно больше набить, стоя на месте. Затем меняем сторону, набиваем с левой стороны. Затем мы с вами будем чередовать упражнения, то есть набиваем два справа, два слева, то есть перекладываем ракетку, меняем стороны. Это может быть два по два, это может быть три по три и так далее. Также фантазируем. Два справа, один слева, либо наоборот, один слева, два справа. Следующее задание. Также мы рассчитываем с вами высоту до потолка и стараемся как можно выше набивать одной стороной. И при этом можно ходить, то есть в разные стороны. У нас отрабатывается реакция и направление мяча. Также левой. Добрый день, меня зовут Евгения Викторовна Игнатович, я являюсь тренером по настольному теннису СОК «Арктика». Сейчас я вам покажу пару упражнений, которые можно выполнять дома для начинающих спортсменов. Первое задание – это мы кладем мячик, ракетку и ходим по квартире. То есть мы проносим шарик. Это самое первое задание, которое будет необходимо при поступление в спорткомплекс. Второе задание. Также берем мячик, ракетку и делаем набивание с вами. Стараемся как можно больше набить, стоя на месте. Затем меняем сторону, набиваем с левой стороны. Затем мы с вами будем чередовать упражнения, то есть набиваем два справа, два слева, то есть перекладываем ракетку, меняем стороны. Это может быть два по два, это может быть три по три и так далее. Также фантазируем. Два справа, один слева, либо наоборот, один слева, два справа. Следующее задание. Также мы рассчитываем с вами высоту до потолка и стараемся как можно выше набивать одной стороной. И при этом можно ходить, то есть в разные стороны. У нас отрабатывается реакция и направление мяча. Также левой. Добрый день, меня зовут Евгения Викторовна Игнатович, я являюсь тренером по настольному теннису СОК «Арктика». Сейчас я вам покажу пару упражнений, которые можно выполнять дома для начинающих спортсменов. Первое задание – это мы кладем мячик, ракетку и ходим по квартире. То есть мы проносим шарик. Это самое первое задание, которое будет необходимо при поступление в спорткомплекс. Второе задание. Также берем мячик, ракетку
и делаем набивание с вами. Стараемся как можно больше набить, стоя на месте. Затем меняем сторону, набиваем левой стороной. Затем мы с вами будем чередовать упражнения, то есть набиваем два справа, два слева, то есть перекладываем ракетку, меняем стороны. Это может быть два по два, это может быть три по три и так далее. Также фантазируем. Два справа, один слева, либо наоборот, один слева, два справа. Следующее задание. Также мы рассчитываем с вами высоту от до потолка и стараемся как можно выше набивать одной стороной. И при этом можно ходить, то есть в разные стороны. У нас отрабатывается реакция и направление мяча. Также левой.